5. 5. Блять, какой вертолет? 3. 3. 2. 2. 1. Я не понимаю. Поехали. Как будто он старался взлететь. Давайте музычку кто-нибудь. Не, нахуй. Что-то давно музыку не слышал. Сразу мы быстро долетим. Не успеете даже. Не успеем даже приземлиться, уже приземлимся. Вот это нормально. Fuck yeah. Fuck yeah. Запомните, каждый вертолет возвращается на землю. Они не fuck it. Уступать просто. Вертушка над нами. Под нами. Блять. Атаран. Работать пулемет с другой стороны. Хуя. Пулемет с другой стороны поработать. Бля. Я просто. Да, гаси музыку. Да, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если не знаешь, что это такое, мы аккуратно, не знаем, аккуратно. Что это такое. Прыгаем. Медик, копай. Я копаю. Встречайте остальные. Тандем, главное, чтобы не умер. Встретил. Если приедут. Я уже у дороги. Все отлично. Едут. Вот здесь поставил троны, может копать. Страйкер едет. Еще. Страйкер едет. Сюда ты едет. Ребята, едет техника. На метке глаза. Техника. Выносите. Метку дал, тандем, работай. Тут патроны вскопали. Хорош, попадание. Хорош, попадание. Красавчик. Патроны здесь есть, патроны есть. Дым откинул. Его все равно видно. Все выкопал. Тандем, бери патроны, иди добивай. Лучше нам было внутри ставить. Ха, ну ладно. Да пох. А чё, это всё? Американцы решили не захватывать нихуя? Тут патроны. Тандем, слышишь? Тут патроны бери, да, и беру, добивай. Да, беру уже. Иди добивай смело. Идём. Он опять выкатился. Каран, говно. Тандем, он выкатился. Может не добивай. Он, блядь, его видно, короче. Есть, всё. Уничтожено. Тут ещё пехота выбрать. Хорош. Красавчик. Лучше, лучше. А где пехота? У меня сопля. Кандам лучше, просто пушка. А где пехота? Ну она выбрилась. У меня сопля, сопля у меня. Да где он? Дайте фаер-тим человеку, пусть отметим. Не наш вертолет. Не наш вертолет. Нет, да, не наш. Ну
севера, что ли? С севера заходят? Да, стреляют. С севера идут, с севера идут. Fire team, дайте я надо отстреливать. Спасибо. Ребят, с севера даже. Реса привезет. Я знаю, я ему сказал, что с тобой. Куриню, шестеро. Ребят, распределитесь, чтобы с севера не зашли. Все, пойдем, подожди. Медика можешь полечить? Прикрывай, прикрывай меня. Ну, Fire Team. Давай, давай. У кого было? Бля, за... Да, захватывают, ребята, зашли. Надо выбивать. А в окне, в окне, в окне. Разменялись, разменялись. А, не, нифига. Ребят, север, идите на север. Люди подходят, триггер будут захватывать. Надо выбивать. Ты через стену? Да, попробуй. Через стену можешь? Что у них хаб там, да? Далеко откуда? Что у них на хаб? Хаб на севере? Надо его выбивать, значит. Нельзя им точку дать, ребят. И как же так? Мир по дороге едет. Здесь, на мне хаб прям. Подойдите. Нет, прямо на мне хаб. Это страйки, это страйки. Страйки по дороге, смотри, там. На мне хаб. Бегу, бегу, я к тебе. Бегу. Минус 3. Все. Терпи, терпи. Сейчас с лопаты подбегу, прикрывай. Картин, дайте. Копаем, копаем. Копаю, терпи. Триггер не захватывай. Трайкер, видишь? Все в кучку не ходите. Найдите рацию, ребят. Рацию найдите. Она на место. Сильно стоит. Не расходитесь, сильно не расходитесь. До конца не выкапывайте. Не надо до конца. Не крышку все, снимите. Крышку сняли достаточно. Да, крышку только снять, все. Захват вроде не идет. Все, отлично. Сейчас ставим в тур, ребята, на крыше. Крыша занята, потому что ставим. На дороге страйкер, осторожней. Угу. Бля, ну с туром вообще норм будет, кайф же есть. Тандем срезал, надо его полечить, мужики. Сейчас. Бегу. Тур поставил, копай. Что-то есть. Да, я поставил тур. Аккуратно, он выбил. Не надо вскапывать, надо, чтобы тандем выбил. Да, раз, он. Что-то подъезжает. Райкер. Заезжает, заезжает. Да, техника заехала. Смотрите, чтобы пехоту не сбросил. Можете вскопать, вы можете вскопать. Я уже сделал. Копаю, копаю. Он может пехоту высадить, слышите? Он пехоту может закатиться. У них хаб стоит, по-моему. У них хаб стоит в поле, да? Я рацию, рацию копаю. Обу копаю. Мертвушка летит, мертвушка. Тандем, готовься. Слетело, да, ладно.
снайпер где-то лупит. А наш снайпер может снять их снайпера? А снайпер 187. И там пулеметчики снайпер. Они на ПТУР не хотят, не дадут сесть. Юг. Не садитесь, не садитесь. Садится. Пехота! Ходу, большой отряд идет. Пехоты бежит! Большой отряд дыр, пехоты! Красный, дыр. На метке глаза! Дай сколько дистанции, дай метку на них! 280? Правильно я помню? Страйкер возвращается! Страйкер едет обратно! Страйкер проехал, выезжает. Давай, сейчас ПТУРом его, давай. Ебаш. Тихо, он перезаряжает. Попал? Нет. Слишком близко. Блядь. Тандем, спасай наши жопы. Так я пустой бегу. У нас есть патроны, бери патрошки. Где патроны, где тандем? Тандем, от тебя много зависит. Еще с его стороны пихи. Да мы, я работаю по пехам, надо убить страйкер только. А легкий пульт, видишь, не разъездил. Нет, вертушка. Блять. Вертолет. Да. Везет. Беру лёгкую. Выносите, ребята, патроны зависли. Где страйкер, мужики? Он слишком близко. Надо тебе подальше встать, чтобы взорвать. 50 метров. Я подальше. Я отошел, да. Стоит или крутится? Ребята, ага, вижу. А, нет, с юга заходят, чистите. Отлично. Минус страйкер. С юга, ребят, с юга пехота. Да, сейчас. Раним. Пошел захват, нужно выбивать. В триггере сидит кто-то. Да, захват идет. А мы что, не можем блочить? У нас такое количество, мы не блочим. Ну сидят просто в триггере. Зашли крысы. Сколько же, блядь, нужно сидеть. Сейчас чуют нам к танку приедет, так что осторожнее надо быть. У них походу ралик на юге.
У них на юге мраб. С востока проходит, мужики. Не все на юг, с востока уже близко. Метки даю. Это... Выкапывайте все. Без гранатомета. Тут нечего делать, не актуальная точка. Да, бессмысленно. Помогите рацию. Кто умирает, все на середине, вставайте, рацию вскопайте. Рацию я вскопаю, он пропадет. Да, вскопайте. Тикеты не потеряем зато. Половину уж вскопал. Где так, вставать? Встаем на совет базе. Вставайте на совет базе, ребята. На совет базе вставайте. Филипп рядом где-то убили меня. Рядом с тобой. Хотя на мэйне сопля есть, я соплю возьму, мне надо пару человек. Первый, ты же наш... Можете со мной на мэйне встать, если хотите. Все, командир, рация снята, все хорошо. Все, отлично. Может этот хаммер еще взять? По мейну? Да, машину, садитесь по мейну. Все. Тигр еще есть. Может заберут на чем-нибудь. А то ну, я лучше постражаюсь. Да, да, умирайте просто или респаун, если никого врагов не осталось. Я хочу попробовать. Да, я вижу, что там говорят. Мы попробуем. Да что ты там нет? Только там этот еще. Стингер или как? О, да. Кто? Там вертушка летит же. Вертушка летит. Живая. Сел, разгрузился.
Только надо, чтобы наши совы базу оборонили, лучше надо. Тут что-то я смотрю, там, блядь, три коленки. Ебать диско. Три коленки бегут на РБС сейчас. Ну, это... Короче, да. О, там поставили хаб. Да. Ну, далековато немножко, конечно, танки там. Блин, во вся скорость. Сейчас, короче, ребята, чисто на везение. Либо нам везет, либо нет. Какой-то движ происходит. Либо мы выживаем сейчас и ставимся, либо нас выбивают. Блять, тут танк, сука, прям на точке под мостом, мужики. Танка дай. Да гони. Блять, где это ебучие? Вот, передай танку, командир. Артему передавать. Когда по Артему передаешь, метку сбрасывается. Мне. У меня есть по Артема. Вот, я поставил метку. Около под мостом, справа от моста. Все, надо вылазить и. Или доезжать. Сейчас, уже почти. Единичек да, нас смотрит, да я удалю. Нормальный, блядь. Вот, поставил. Чуть-чуть. Ребята, дожмите. Блядь. Дымы! Хабс носит. Никто не встает, пока медик жив. Где? Медик, дымы, давай. Сиди. Дымы. Главное, меня подмите, ралик откинем. Доедем, фобу откинем. Дымы раскидайте. Медик, ползи аккуратно. Блядь. До конца. Дымы. Ебать, это что было? Каждый дымы, ой, киньте, блядь. Каждый дымы. Уничтожил танк, командир, я уничтожил танк, блядь. Как принято. Разгружайте. Сейчас я поставлю рацию, сейчас. Фу, бля. Хаб останавливаю. Разгружайте полностью. Разгружай. Блядь, меня убили. Все медика восьмого подождать, уже задолбался бежать за ним. Давай,
На севере там сидит снайпер. Задымите получше. Аккуратно, парни. Задымите получше. Я тут его кидал. Че ты едешь, нам? Там, конечно, приехал. Ну что? Ребят, заходите на гастаун. Вроде нормально. Ребят, не пропускает. Он лежит на крыше, его видно, ребят, на углу крыши лежит, его видно. Отжимают. Сейчас, походу, придется в деф отходить. Блин, я ног не чувствую! Стоит какой-то бетер. Сейчас. У нас ГПшники есть? Я пулемет взял. ГПшники. Короче, ребята, радейку выкапывайте. Это бессмысленно, мы не можем.
Мы очень много тикетов потеряли, мы не можем взять. Выкапывайте рацию, короче. Все, хорош атаковать, мы теряем совет-базу. Выкапывайте рацию, ребята. Все, не надо атаковать. Надо на совет-бейс вернуться. Мы сейчас потеряем совет-базу. Ребята, на мейне кто может, саплю возьмем, надо на сет-базе отстроиться. Могу через 50 секунд появиться. 30. Мне нужен врач! Вы ради... рацию купите, да? Спасибо. Нет, мы не взорвались, нас выбили, мы
свой. Не было так макрошка, вы тут просто взорвались. Нет, я за что-то невидимое застопорился. У меня машина остановилась. Походу ты в метро врезался. Потому что я умер, вы сразу стопорились. Ну, кстати, да. Ребята, на совет базе, вставайте все. Командир, прием.
Что, что? Командир сдох. Поднимай, поднимай, поднимай. Да, конечно, чистим. Сидим на месте. Окей. Смысл сидеть на месте, мы же уже надо зачать территорию. Мне прибежать. Я далеко, правда, сможешь добежать до меня. Да вроде далеко, но прибыл, все равно зачем. Стоят. Тикеты кончаются. До конца лежите. Ребят, не гавапайтесь до конца лежите. До конца сидите. Не все же слушают. То есть они быстрее тикеты теряют, чем мы. Вот в чем заключается. До конца. У нас на совет базе хаб активный. Подсвечим. Там снайпер сразу на респауне. На своей базе.
8. У меня 35 секунд до загиба. У нас тут есть челики, которые, ну, типа соло сквад делают, и они в основном гибапуются. Все, у меня время, все. Два тикета, ребята, все уже. Уже все.